Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Три кита. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Решили искупаться? Да, и мячик покидать. Кажется, китам на берегу не место. Китам место в воде. В воде? Точно! Вернем китов в воду! Эх, жаль, не получилось. А ведь такая хорошая идея. Хорошая, но тяжелая. Тяжелая? Ха, придумал! А мы китов к воде отвезем. Не удержались. Ёжик, не расстраивайся. Идея с поездом тоже замечательная. Да уж, поезд очень хороший. И шнурок хороший. А китам все равно плохо. А что, если эти идеи объединить? Объединить? Точно! Каждого кита в свой вагон. И закрепить, чтобы не упали. Готово! Молодцы, малыши! Позаботились о безопасности, привезли таких больших китов в целости и сохранности. Автокресло. Здравствуй, ежик. Собираешься на пикник? Ага, и поеду в своем особом кресле. Как вокруг все интересно, интересно, интересно. Мы уселись в автокресло, автокресло, автокресло. В автокресле мы сидим и на мир вокруг глядим. Мир прекрасен, как известно, если сядешь в автокресло. Дерево? Ха-ха, правильно! А желтое с лучами? Солнце! Да! А крепкое, безопасное и удобное? Автомобиль? А-а! Кресло? Не-а! Автокресло! Правильно! Да, машина – это круто! Это важно, это сложно! И в машине надо делать все, ребята, осторожно. Тот, кто едет за рулем, самый главный, но при том самый важный, как известно, тот, кто сядет в автокресло. Самый важный, как известно, тот, кто сядет в автокресло. 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 Автокресло.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Кто там? Здравствуйте, малыши! Привет! Добрый день! Привет! Какие красивые у вас домики, девочки! Крошик, а где твой домик? Я его сейчас построю! Будет как настоящий! Можно мы с тобой будем строить? Вы не умеете! Оп, я в домике! А как же ты теперь оттуда выйдешь? Ой, никак, помогите! Кто там? Это я, Крошик, в домике! Выходи к нам, Крошик! Не могу, я дверь забыл сделать! Неудобно выходить без двери! Придумала! Отлично придумано, пандочка. Теперь у нас есть дверь. А что еще должно быть в домике? Окошко, чтобы на улицу смотреть. Стена! Домику нужна стена! Кто там? Это я, Пандочка! И Нюшенька! Заходите! Красивый получился домик, но... Маленький! Никак гости не помещаются! Пока, Крошик! Подождите! Крошик? Давайте построим новый дом! Большой! Чтобы все поместились! Надо же, сколько всего нужно, чтобы получился настоящий дом. Молодцы, малыши, ничего не забыли. Дом и квартира. Ёжик, ты куда-то собрался? Путешествие. По горам или по морям? По нашему дому. Этот дом, этот дом. Много комнат разных в нем. В них мы проживаем и переживаем. Утром, вечером и днем песенки поем. Это спальня, чтобы спать, в ней уютная кровать. Все должны на свете ночью спать, как дети. В каждом доме кухня есть, чтобы все могли поесть. В ней живут кастрюльки, ложки спят, как в люльке. Две сковороды, царствие еды. А еще есть комната ванная, ванная, мыльно-пузыристая, брызгально-фонтанная. В ней мы моем руки, в ней мы моем лица, в ней, как говорится, водится водица. Этот дом, много комнат разных в нем. В них мы проживаем и переживаем. Утром, вечером и днем песенки поем. Утром, вечером и днем песенки поем. Солнышко проснулось.
Появилось новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Музыка. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Наша Нюшенька очень любит танцевать и слушать музыку. Я танцую под музыку. Я танцую, а шум мешает. Шум мешает. Малыши, это же музыка! 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 Шум и музыка. Что такое музыка? Кто ответит нам? Может, это пам-пам-пам-пам или даже пам-пам-пам-пам-пам. Что такое музыка? Ответит нам. Спросим мы у пап. Пам-па-бам. Спросим мы у мам. Пам-пам-пам-пам. Может, трели соловья на рассвете? Или то, что нагудел в трубы ветер? Что камыш шуршит, шуршит? Колокольчик трепет. Ручеечек по камням, как по нотам бежит, спешит. Прислушайся скорей и услышь.
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Поздравляю! Здравствуй, барашек! Какая у тебя чудесная игрушка! Да, я сам ее придумал и сделал. Ежику в подарок. Ну, у него же день рождения. Ой, чуть не забыл. Никуда не уходи. Там. Там, беги скорее. Я не опоздал. Поздравляю с днем рождения. Спасибо. Угощайся, пожалуйста. Хочешь пить? А вот твои любимые малинки. Ёжик, с днем рождения! Расти большой-пребольшой. Это тебе подарок от меня. Спасибо, крошик. Спасибо, девочки. Хотите? Секундочку. С днем рождения! С днем рождения! И на радость всем расти! Какая чудесная песенка! Мы ее сами сочинили для ежика. Какие вы умницы, девочки! Ежик, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Вон там, видишь коробочку? Тяни, ежик, не бойся. Ежик, Нюшенька, Пандочка, Крошек. А где же барашек? Я тут! Мы тут! Ёжик, это тебе! Это самый лучший день рождения в моей жизни! И в моей! Получать подарки приятно! А дарить их еще приятнее. Веселого праздника, малыши! День рождения. Ежик, а у кого следующий день рождения? У крошика. У крошика! Этот день он самый-самый, так и хочется запеть. И смешные папа с мамой все пытаются успеть. В этот день подарки дарят, и сбываются мечты. Потому что в этот день родился ты. С днем рождения, с днем рождения. Не болей, не грусти. С днем рождения, с днем рождения. И на радость всем расти. В доме шум и веселуха, тарарам и чудеса. И тебя за оба уха нежно тянут в небеса. И пускай от шума гамма чуть кружится голова, мы споем такие важные слова. С днем рождения, с днем рождения. Не болей и не грусти. С днем рождения, с днем рождения, и на радость всем расти. С днем рождения, с днем рождения, не болей и не грусти. С днем рождения, с днем рождения, и на радость всем расти. С днем рождения!
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Добро пожаловать! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Добро пожаловать в музей! А, музей! Интересно посмотреть! Почему нельзя? Мы играем в музей. А как в него играют? Вот так. Да ну, скучно. Глупый музей. С мячиком нельзя. С мячиком нельзя. Зато можно рассматривать картины и угадывать, про что думал художник, когда их рисовал. Я очень люблю музей. Ладно, схожу посмотрю. Картина про еду? Художник был голодный? Что ты? Надо только смотреть! Почему это? Мы же не в музее! А где? Добро пожаловать в кафе! Будешь мюсли? Спасибо! Я уже завтракал! Пойду в мячик поиграю! Прекрасно! У девочек новая интересная игра. В кафе можно перекусить и поболтать с друзьями. То нельзя, то можно! Я запутался! Просто все игры разные, и правила у них разные. А как же угадать? А ты посмотри внимательнее и догадаешься. Крошик, крошик, иди сюда! С мячиком! Площадка! Полоски! Ворота! Это стадион? Добро пожаловать на стадион! На стадионе надо хлопать! И гудеть! И играть в мячик! Едем домой! Садитесь, пожалуйста, и пристегивайтесь. Правильно, крошек. В транспорте тоже есть правила. Доброго пути, малыши. Поведение в общественных местах. Как непросто разобраться, если ты веселый деть. Где нам прыгать и смеяться, где стараться не шуметь. Где побегать бы, а надо не на шаг от пап и мам. Как непросто разобраться, как непросто разобраться. Разобраться надо нам. Там, где носятся машины и прохожие спешат, мы внимательны, ребята, и от мамы не на шаг. Здесь собрались на картины посмотреть. Значит, очень постарались мы в музее не шуметь. А на детской на площадке громче вопли выше пятки. А на детской на площадке громче вопли выше пятки. Так что все не очень сложно. Эти правила просты. Их запомним. Разобраться, если ты веселый деть. Где нам прыгать и смеяться, где стараться не шуметь. Где побегать бы, а надо не на шаг от папы мам. Как несложно разобраться, как несложно разобраться. Разобраться, братцы, нам. Ха-ха-ха!
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики, да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Пираты. Добрый вечер, малыши. Приятного аппетита. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Пандочка, зачем ты намотала салфетку на голову? Я не пандочка, я пиратка. Пираты все так носят. Я тоже пират. И я. Ага, значит, сегодня вы все пираты. И что будете делать? Пойдете топить чужие корабли? Да, после ужина. Ой, у меня руки грязные. Салфетка у тебя на голове, Нюшенька. Пираты вытирают руки, а других пиратов вот так. У меня только руки были грязные, а теперь все. Пираты всегда грязные. А что делают пираты, когда они что-то хотят, а оно чужое? Отнимают. Барашек, ты выпил весь компот? Не весь. Давайте поделим его на всех. Отличная идея, ежик. Нет, пираты не делятся. Захватим компот в бою. Ой, прости, Юшенька. Они нечаянно. Я тебе помогу. А разве пираты помогают друг другу? А мы больше не пираты. Мы хорошие матросы. Ну нет, хорошие матросы такими грязными не бывают. Матросы, идем мыться. Я такая чистая. А я такой голодный. Ну, раз вы больше не пираты, можете еще раз поужинать. Только чур по морским правилам. Малыши, а вы знаете самое главное правило за столом? Не баловаться. Правильно. Приятного аппетита, матросы. Спасибо. Спасибо. Поведение во время еды. Что, малыши, испачкались? Нет, проголодались. Мы покрепче взяли ложку. Мы едим не понарошку. Собрались все на обед. Значит, вспомним этикет. Руки мой, милый мой, крошки не кроши. Взрослым быть совсем не сложно, правда, малыши? Правда, малыши? Бибип, 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 бибип. А скажите-ка мне, малыши, чего нельзя делать за столом? Что, барашек? Играть едой. Извини, ёжик. Пачкать стол. Верно. Ну, а если все-таки испачкались, нужно использовать... Салфетки! Правильно. А еще не стоит... Набивать полный рот. Молодец, барашек. Для чего нужны салфетки? Это точно знают детки. Никаких секретов нет. Он несложный этикет. Руки мой, милый мой, крошки не кроши. Взрослым быть совсем не сложно. Правда, малыши? Взрослым быть совсем не сложно. Правда, малыши?
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Магазин. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте, но мы не малыши. Мы играем в дочки-матери. Я мама. А я дочка? Нет, ты сыночек. А куда это вы идете? Мы идем в магазин. Я пойду за фруктами, а ты, сынок, стой тут и никуда не уходи. Ага. Ой, а что это там? Это молоко. Молоко. А это? Это йогурт. Йогурт я люблю. А это что? Кажется, масло. Ой. Голубику мне, а малинку барашеку. Фрукты. Нюшенька, ой, мама, пошла за фруктами, я ее догоню. Мама! О, ой, нет, не мама. А где барашек? Убежал тебя искать. Сейчас я его догоню. Кажется, я тебя уже видел. Ищу Нюшеньку, ищу, а нахожу только это. Может, потому что это никуда не бегает? Точно, тогда я тоже не буду бегать. Все, она меня не нашла, надо ее позвать. Правильно, барашек. Нюшенька! А я помогу. Нюшенька! 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 Я тут, барашек! И я тут. Ой. Будешь сегодня есть на десерт личи, барашек? Это не есть. Это чтобы не потеряться в следующий раз. Молодец! Сынок! И правильно, всегда нужно договариваться о месте встречи, чтобы, если что, найтись. Я потерялся. Ёжик, что случилось? Ты что-то потерял? Я сам потерялся. Все на месте, даже старенькая книжка. Потерялся только недотёпа Мишка. Мы пойдем его искать и посмотрим под кровать. Поглядим, он тут как тут. Ждет, когда его найдут. Хоть и потерялся, хоть и потерялся, но не растерялся. Ой, 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 ой. А что делать, если потерялся? Не прятаться и не убегать. А на помощь нужно звать? Конечно, громко-громко. Я потерялся! Помогите! И обязательно слушать объявление. Ёжик! Ёжик! Молодец, малыш! Все правильно Если сделал. Если вдруг ты потеряешься, малышка, ты веди себя, как этот храбрый Мишка. Никуда не убегай, находиться помогай. Громко-громко голоси. Помни, даже если потерялся, важно то, что ты не растерялся.